Чтобы защититься от вирусов, врачи рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки с мылом, избегать контакта с заболевшими людьми, проветривать помещения и пройти вакцинацию. В Самарской области прививку от гриппа сделали уже более 900 тысяч жителей. Пройти вакцинацию можно в одном из 170 стационарных пунктов, адреса и график работы которых можно узнать на сайте Минздрава. Специалисты отмечают, прививаться нужно как взрослым, так и детям. Родители должны понимать степень ответственности, ведь отказывая своему ребенку в процедуре, они ставят под угрозу его здоровье. Женщина, она девушка, она будущая мать, бабушка, поэтому ей очень важно сохранять свое женское здоровье и передавать его, и передавать вот эти вот ценности непосредственно, и воспитывать вот поколение детей, внуков, правнуков о том, что очень важно беречь свое здоровье с молоду.